Губернатор Приморья Олег Кожемяка вручил жителям Уссурийска ключи от квартир в новых домах, построенных в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Да, Любовь, примите вот такой сертификат. Как хорошо, что есть такая программа. Да. Я очень рада. Спасибо, всего доброго. Всего в Уссурийске накануне сдали 2 дома на улицах Октябрьской и Приморской. В общей сложности это 306 квартир, где будут проживать 680 человек. Каждая уже готова к заселению. Есть внутренняя отделка, сантехника и электрика. В самом районе развита необходимая инфраструктура. По поручению нашего президента была проделана большая работа правительством Приморского края, фондом развития территории, федеральным уполномоченным органом администрации города Уссурийска. Конечно, здесь приходилось очень много работать с тем, чтобы дом был сдан. Это вопросы были благоустройства, внешних сетей, внутренней отделки. Очень сложный был период, но тем не менее совместными усилиями, старанием Виталия Осиповича Блоцкого, в том числе в большой степени, администрация Уссурийска, самих строителей, наконец-то дом сдан. Создание комфортных условий для проживания приморцев – одна из приоритетных задач правительства края. В целом у нас по этой программе идет большая работа, она завершается. Со сдачей 2 домов в Уссурийске, это порядка 37 тысяч квадратных метров было построено. И вот эти дома завершают эту акцию, которая была принята несколько лет назад. В целом по краю Уссурийск занимает 2 место. Это одна, практически там треть объема жилищного вводится в городе Уссурийске. Поэтому сейчас мы, конечно, готовим следующую программу по переселению. И как только будет дан старт на федеральном уровне, мы, конечно, включимся в нее и продолжим эту важную и нужную работу с тем, чтобы люди из бараков, из непригодного жилья переселялись в благоустроенные квартиры. Надеюсь, что вы будете содержать их в надлежащем порядке, выберете нормальную управляющую компанию, будет старше дома, с тем, чтобы те старания строителей всех, сохраняли здесь долгие-долгие годы, дом был образцового содержания. С 2019 года в Уссурийском городском округе построено 11 многоквартирных домов, в которых под переселение предоставлены 838 жилых помещений. Артем Белов, Диана Иванова, новости на 8.